Юный возраст и взрослые амбиции. В Самаре прошел Кубок ПАО «Ростелеком» по баскетболу 3-3. Участие в нем приняли юниорские команды со всей Самарской области. За баталиями на паркете следила наша съемочная группа. Продолжит Кирилл Козин. Стритбол – динамично развивающийся вид спорта. Младшим братом баскетбола его и назвать трудно. У него своя судьба и правила, и все шансы войти в когорту олимпийских дисциплин. Вот и участники турнира относятся к играм по-разному. Однако практика есть практика, да и кубок выиграть уж очень хочется. Ну, для меня это легче. Не создается кучи, и можно обыгрывать свободно. Один в один. Играть вообще, да, конечно, интересно, но... Бывают и сложные команды, бывают и простые. Это интересная игра, но не совсем удобно. Лучше играть 5 на 5. Больше можно, разыграть лучшую игру. Ребята хорошо тут все играют, мне все нравятся команды. Я из каждой команды со всеми знаком. Люди хорошие. Турнир организован ПАО «Ростелеком». Компания постоянно уделяет внимание самым разным спортивным состязаниям. Такие баскетбольные соревнования в формате 3-3 прошли впервые. С одной стороны, мы компания, которая является провайдером телекоммуникационных услуг. То есть вроде бы мы говорим детям о том, что будьте дома, будьте возле компьютера, возле телевизора. Но мы за то, чтобы любой ребенок развивался гармонично. Поэтому, с одной стороны, мы даем качественные услуги в каждый дом. Интернет, телевидение для ребенка. А с другой стороны, мы поддержим подобные турниры. Комплекты наград турнира разыграли в двух возрастных категориях. Это 2007 и 2005-2006 год рождения. Всего же в соревнованиях приняли участие 24 юниорские команды. Кирилл Козин, Александр Дудко. Новости губернии.